Всем привет! Перед вами Гранат. Все его, конечно же, знают и любят очень многие. И я хочу его порекомендовать употреблять особенно вот в сезон простуд. Хочу на личном опыте немножко рассказать. Вот дня 3 назад мы были на даче и немножко мы там убирали листья, ну и как бы вспотело, где-то, наверное, скорее всего, что или продуло, или организм охладился. И приехав домой, я почувствовала такое маленькое недомогание, голова болела. У меня был дома вот гранат. И кушать ничего не хотелось, попила чай и взяла гранат просто. Ну, я подумала, может, просто так усталость какая-то или еще что-то. Но вечером я вот почувствовала, что в организме немножко такое вот как бы кашель сдушивает. Но все-таки вот я гранат съела. Вот мне так в аппетит прям захотелось граната этого. И я съела на второй день. Утречком голова болела еще, но утром вот я встала и прокашлялась. Прям вот действительно, как вроде бы откашлялась, какое-то вот лекарство я приняла, не знаю. А вечерком уже, слышу, мама начала тоже прокашливать, но у нее более сухой кашель. Я вот смотрю по себе, что у меня вот ни температуры, ничего нет, и кашель такой один раз откашлялась, очень хорошо. И я, скорее всего, подумала, что это вот гранат, потому что... Вот просто даже для интереса прочитала про гранат, что в нем очень большое количество витамина С, витамина П, В6 и В12. Прям, мне кажется, даже больше, чем в лимоне. Потому что лимон вы целый не съедите, а вот гранат можно запросто скушать даже целый. Ну, мама сейчас лечится. Я просто пью чаи и вот кушаю гранаты. В день один гранат я съедаю. Помимо того, еще фейхуа я употребляю тоже. Ну и горячие чаи, липа и чабрец. Очень чабрец помогает при таких вот кашлях. Ну и залезла я в интернет, почитала, чем же еще полезен гранат. А гранат, оказывается, еще может понижать давление. Потом он очень хорошо, вот именно я прочитала, что при кашле, при астме хорошо помогает, при щитовидке и при простудных заболеваниях, как при профилактике, так и при лечении. Вот, я, вот видно, организм как-то подсказал, что вот захотелось граната съесть. И я вот съела, и у меня температуры нет. А вот мама немножко есть, она лечится, но это второй день. Думаю, все нормально будет, потому что организм, вижу, борется, все хорошо. И что еще про гранат можно сказать? Есть еще в гранате танин. Он при поносе очень хорошо. Дубильные вещества, которые содержатся в гранате, хорошо действуют даже против туберкулезной, дизентерийной и кишечной палочки. Элагатонин – это еще одно вещество, которое содержится в гранате в большом количестве, предотвращает рак молочной железы и рост раковых клеток. Так что очень-очень такой полезный этот гранат. Противопоказан для людей с хроническими болезнями желудка, такими как гастрит с повышенной кислотностью и язвенные болезни. А также еще не рекомендуется употреблять сок тем людям, которые страдают геморроем и хроническими запорами. И также не рекомендуется употреблять такой сок деткам до годика, а до 7 лет надо будет все-таки разбавить водичкой, чтобы не такой был концентрированный. Желаю всем оставаться здоровыми и всем всего самого хорошего.